Здравствуйте, вы на канале Riot Fury MMA. И в этом выпуске вы увидите лучшие моменты с пресс-конференции, где находились Хабиб Нурмагомедов и Шамиль Завуров. А корейский чемпион, как и раньше, стал вести себя неподобающе по отношению к Хабибу и Шамилю Завурову. Давайте-ка начнем. Всем приятного просмотра, друзья. Чтобы стать лучшим, надо тренироваться с лучшими. Поэтому и с Хабибом, и с другими ребятами у нас в зале все лучшие бойцы, поэтому мы готовимся со всеми лучшими, чтобы быть самыми лучшими субстат. Поэтому, чтобы была реальная конкуренция, надо, конечно, это очень сильно помогает. Ты растешь с хорошими именно с бойцами, как тренируешься. Как Хабиб, как не только Хабиб, там на зале очень много известных бойцов, выступает UFC и других мировых организаций. Однозначно это, конечно, бой с Мансуром, чемпионом. Я даже ни разу не смотрел его бои, я даже не рассматриваю его, потому что я уверен, что если он участвовал бы в гран-при, он даже просто первый круг даже не прошел бы. Поэтому Мансур один из лидеров. Однозначно. 샤넬이 그날 이겼으면 좋겠습니다. 그래야 하비비 형 맞으면은 쫓아올 거 아닙니까? 샤넬 빅토리! 샤넬 빅토리! 하지만 하비비는 зачем ему говорить, если я здесь? Я ему в прошлый раз тоже говорил. Я приехал сюда. И я, если тебе что-то интересно, ты говори со мной. Если у тебя есть какие-то проблемы, если ты хочешь бороться, вот здесь рядом есть ринг, мы можем там решить. Если тебе это не интересно, мы можем отойти и там тоже решить вопрос. Вообще нет проблем никаких. А вы тут ни при чем. Если у тебя есть какие-то проблемы, я могу решить твои проблемы без проблем. Но не падай, со! 너는 빠져있어. 어차피 너는 나한테 맞을 거야. 어떻게 봐야 돼? 샹스 просто. 라지치 нету, кто бы из нас выиграет, я или Мансур. Просто ни с кем из нас у тебя просто шансов нет. Поэтому ты, наверное, сегодня здесь болтаешь, просто хочешь себе баллы набрать. Все, если готов, ринг тоже готов, сейчас выйдем, закончится пресс-конференция. 지금 너같이 살 빠진 환자 새끼랑 싸울 마음 없어. 이 동생 데리고 와, 지금이라도 붙어줄게. 왜 쫄았어? 어? 쫄았어? 네, 딱히 한번 반응, 예스, 야, 프리에 халдраться. 반응, дома сидят. Я приехал халдраться, мне разницы нету, с кем выходить, или с тобой, или с кем-то. Твоей команды. Я думаю, уже смысла нету продолжать, просто он зациклился на своем, поэтому, если ему интересно, уже дальше перейдем к спортивным участкам. Кре, я вам Много уже слов было сказано, много и очень долго готовились, поэтому смысла нету что-то говорить. Надо просто выйти на ринг 23 числа, показать. Чему ты готовился. И все. Да. Пускай все наши болельщики, кто за Мансура, кто за меня, пускай придут. И мы покажем красивый и зрелищный бой. 제가 Хабиб이랑 한판 붙어야 되지 않겠습니까? 샤넬! Victory, Shamil, Victory, Habib, Victory, Habib, Victory, wow, yeah. А на этом я прощаюсь с вами, ребята, до следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока!